В Казахстане законодательно разграничат понятия пытки и факты жестокого обращения. Соответствующие поправки сегодня одобрили сенаторы. Теперь в Уголовном кодексе появится новый состав преступления – жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения. Как отмечают эксперты, это важный шаг со стороны государства. Таким образом, будут устранены недостатки и пробелы в законодательстве, касающиеся отсутствия ответственности за такие преступления. Принятый сегодня закон свидетельствует о том, что наше государство, в общем, имеет уже государственную волю выработало, чтобы предупредить все преступления, связанные с пытками, незаконным, жестокого обращения всеми лицами, оказавшимися в сфере уголовного судопроизводства. Понимаете, это очень важный факт. К сожалению, в практической деятельности органов следствия и исполнения наказаний есть недостатки. Различные квалификации, она необходима для чего? Для того, чтобы правильно привлечь к ответственности лиц, которые совершили преступление.